В Ставрополе появятся 20 новых храмов. 3 года назад стартовала программа 2020. В городе планируется построить 20 храмов в шаговой доступности горожан к 2020 году. Работа идет полным ходом. Уже возвели церкви на северо-западе и в 204-м квартале. На других участках объекты на стадии строительства или подготовки земли. И для вас не секрет, что я сам человек православный, поэтому для меня это не просто, там, скажем, служебная обязанность, это идет от души, отсюда и, скажем так, конкретика решения проблем. То есть, что мы имеем сегодня? Да? То есть, сегодня мы имеем конкретных 20 участков, где где-то уже строятся храмы, где это предполагается строить храмы. Мы забегаем несколько вперед, то есть прогнозируем ситуацию и определяем земельные участки в новых микрорайонах города Ставрополя, там, где предполагается строительство через год, через два. Так, в микрорайоне перспективном планируется построить 5-купольный храм высотой без малого 40 метров. А еще церкви появятся в Белом городе, военном городке и других молодых микрорайонах. Когда составляется развитие генплана города и планируется строительство новых микрорайонов, я считаю правильным сразу закладывать не только школу, детский сад, но закладывать храм. Потому что все-таки, так сказать, у нас 80% населения края, города, это русскоязычное население, значит, конечно, это православное население. Это вполне нормально и во многих городах так и поступают, собственно говоря. Кроме того, подготовлены земельные участки и на территории медицинских учреждений. Храмы появятся в краевой больнице на Семашко, детской на Пономарева, а также в городской на улице Балакирева. Мария Жирова, Кира Бариленко и Владимир Кириллов, АТВ «Ставрополь».